21 июня в Управлении социальной защиты населения города Каспийска состоялось вручение свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. В этот раз обладателями господдержки стали два участника боевых действий, один из которых принимал участие в конфликте в Афганистане, а другой в военных действиях в Чечне. Сертификаты на безвозмездные субсидии на приобретение жилья, предоставляемые за счет средств и федерального бюджета, и бюджета Республики Дагестан. Почетными гостями мероприятия стали участники боевых действий в Афганистане во главе с ветераном Магомедом Арипом Якубовым. Они, в свою очередь, провели торжественную церемонию вручения сертификатов. Я офицером был 10 лет, ждал. Действительно, да, те времена были, когда люди, властные структуры, некоторые не обращали внимания. Но сейчас пришли к власти, наверное, те руководители, которые заботятся о защитниках Отечества. Особенно специальная военная операция показала, что надо уважать своих защитников. Отметим, что на реализацию сертификата положено 9 месяцев, в течение которых получатели господдержки должны приобрести жилье в пределах России. Но при покупке жилья важно быть внимательным и проверить, полностью ли оно соответствует нормам закона, а также иметь полный пакет документов. Далее жителям города, которые получили соцпомощь, рассказали об основных правилах использования сертификата. Завершилось мероприятие коротким инструктажем по вопросам реализации субсидий.